мама готовит, да? Да. Только не как Пасху сладкую, потому что мы сладкую Пасху готовили уже когда? Готовили сладкую Пасху на нашу чешскую Пасху. А сейчас я готовлю такой пирог, как бы как Пасху, но тесто как на Пасху, а начинка как на пирог. Подошли мои куличики. Смотрите, какие они здоровезные стали. Булочки, не знаю, как это назвать. Эти я чуть позже сделала. И они в два раза меньше по размеру. Ну, тоже этот первый, этот второй уже так подошли. Вообще на 30 минут надо оставить. Но у меня уже терпения нету. Я вот уже 10 минут прошло, буду запихивать все. Ну, здесь больше. А это еще пока доделала. С эти, ну, с самого последнего 10 минут. Разогревать духовку на 170. Ну, вот так, наверное, да? Так, ближе к 200. На 170. И, да, тут у меня уже стоит конвенция. Она у меня тепленькая, тут просто их тепленькие делала. Все. И сейчас это все запихну в духовку на 40 минут. Ну, посмотрим, тут может быть больше, а здесь на 40 минут. Все. Уже слюнки бегут. Такие высокенькие. Погодка у нас шикарная. У меня тут тюльпанчики мои, те, которые были по скидке, стоят. Радуют глаз такие тюльпанчики. Здесь у меня что? Это неправильно немножко стоит. Вадик, ну не сербай чай, я тебя прошу. 26 градусов тепла. Не боюсь открывать, чтобы не сделать сквозняк на мои эти булочки, которые подходят. А так, такая вкуснятинка сейчас будет. Правда красиво? Ну, вообще, такие нежные. Сладкие булочки уже готовы. Я их попротыкала. Все тут супер. В принципе, можно их чем-то полить сверху каким-нибудь, но я ничем не буду поливать. Если что, сметану возьмем с собой. Будем кушать со сметанкой. Это сладкие, которые шли с... Сейчас покажу. С вот такой вот внутри помазанкой. Сладенькие булочки. Достала вот эти соленые пасочки. Вот такие они мне прям зажарились, подошли. Аж все кипели в жиру, жир из-за того, что жирное было мяско. Пахнет вкусно. Надеюсь, будет вкусно. Такая внутри. Надо кушать со сметанкой. Это вот точно вот со сметанкой. Вкусняшечка. Всем приветик. Собрались мы ехать где? Купаться. Купаться в бассейн. Собрала я вот эту сумочку, которую заказывала на Алишке буквально вообще за копейки. Мне сумочка очень понравилась. По крайней мере, вся моя одежда шикарно поместилась, еще и место куча осталось. Так что детей можно будет в следующий раз одежду. Детей мы сплавили в школу, а родители просто на высоте. Детей сплавили в школу, сами едем в бассейн. Но у меня вторая смена, поэтому у меня как бы полдня свободных, у мужа выходной, и мы решили его... этот день провести просто, ну как, для себя в бассейне, да, пока у нас действует карта, наша мультикарта, и хотим проверить еще одно место по этой мультикарте, как там все пройдет. Оно находится здесь у нас в Кужиме, рядышком с нами буквально, называется это комплекс гольф-клуба, комплекс отелей, ну, короче, это такой огромный комплекс, жалко, нет солнышка сегодня, если было солнышко, там очень красиво, очень прям. Но солнышка нету, и поэтому такая пасмурная у нас погода, дождик идет. Но мы идем в бассейн, мы не идем сидеть на террасе, хотя я думала после бассейна, но так как у меня вторая смена, нужно ехать на работу. Мы и так вышли, начало 11-го уже пока доедем. У нас есть час, 60 минут. Посмотрим еще, что там нам на рецепции скажут этого комплекса. Но по приложению то показывает, что у нас есть 60 минут на купание в бассейне. Посмотрим, как там внутри, что там вообще происходит. Мы там еще не были никогда. И вот в такое новенькое место для нас мы едем. Отель называется, отельный комплекс, гольф-клуб называется «Каскада». Каскада, гольф, Брно. Вон тебе,
дождь поливают газончик. Да, а что автополив не отключили, интересно. Не отключили. Да прям все так выставлено, такая красота, солнышка нет. Территория ухожена. Надеюсь, никого из людей не будет. Рабочий день, дождь. Ага, сейчас, сейчас. У нас сосед каждый день или через день ездит в гольф играть. Я его вижу постоянно с этими клюшками. Ну то богатый человек, это не то что. А машина у него фигня. Ну, чтобы не выпендриваться. Это ж чехи. Богатый, да чтобы не выпендриваться. Это ж чехи, что ты не знаешь. Так, они 5, тебе 6, лишь бы ездил. 4. Хорошая сумка, хорошая. Ой, если бы еще у нас были клюшки, мы бы приехали играть в гольф. Если бы были клюшки, мы бы приехали играть в такую холодину вряд ли. Да, в такую холодину. Как-то 17, нужно. Так, ну что, где, веди. Ты что-то уже тут был, это не то, что я в первый раз. В первый раз, ну вот там вот. Ну, красавица какая на крыше. Рецепция где? Вот так каскада выглядит. Так, заходим в шатню. Интересно, тут одно? Полотенечки, все беленько, чистенько. Это туалет, душек. Входит полотенечко, простыночка, все беленько, чистенько. Приехали в бассейн, никого нету, будний день. Вот такой вот бассейн. И никого. Специально для нас двоих бассейн. Вот так вот. О, вышла моя красавица. Да, тепло, все, все, ныряем, снял? Ныряем, давай. Снял? Все, да снял, снял я уже все, вроде. Давай, бульк, бульк. Можно поснимать, можно по это самое, поиздевать, как мужчина. А были бы тут не пойми кто, да? Где наш пловец сбегает? Такой маленький-маленький бассейник, в принципе. Метров 10. Ну, отдохнуть можно. Вот это прям сразу шатня, очень удобно. Сразу зашел в шатню и вышел сразу в бассейн. Как бы на малое количество людей рассчитан, но классно, я считаю, вообще. Смотрите, нормально, если человек 5-6 плавает. А остальные, допустим, лежат и книжечки смотрят. 1.30 метра в глубину. Сейчас выставлю камеру, мы с тобой поплаваем. А вот интересно, сколько стоит вот по деньгам? Не знаешь, ты не смотрел на сайте? Не смотрел. Если бы мы платили, правда, не знаем. Мы нам щелкнули карты и все. И у нас есть час. То есть раздевалка сюда тоже входит. Сколько вы там переодеваетесь? Так, я хочу поплавать.
Ваше впечатление? Выключился, да? Нет, трусы срывают. Кошмар вообще. Очень. А как ты его включил? Ты его кнопочка есть. А, кнопочка? Есть кнопочка вон посерединке. Где выше, наверху. Создает течение. Ой, течение такое, что он вода бурлит аж. Трындец. Все, плыви. Еще плыви, не знаю, как ты. Он выключится сам. Зарабитчанам понравилось, работникам завода, они в восторге. Зарабитчане в восторге. Да, еще какой-нибудь мохито, да, сюда рядышком. Да, сюда мы, конечно. А тут можно наказать, вот, наверное, наказать. Заказать напойный литр. О, нифига себе, лимонада 178 крон. Обойдемся, думаю, без лимонады. Заводники обойдутся. А нет, что-то есть подешевле. 0,5 пива, 70 крон. Ой, я что-то... О, просека есть. Просека 100 миллилитров, 90. Фух. Очень удобно, что есть интернет, потому что... У меня не было, я подключилась вообще отлично. И такой свет тусклый прям. Ну, мне музычка, да, и музычка, и никого нет. Я просто Сколько наслаждаюсь, была? Да. Пускай будет рабчина была дома. Да, но мы сами. Не любительница я большого количества людей. Да и вообще людей. Ладно, шучу. Да? Да. Шутит она, конечно. Пойду еще поплаваю. Да? А после этого надо заехать купить круассанчики. Я хочу себе сделать с круассанчиками такие бутербродики. Да, с кофеечком и на работочку. Отдохну. Даже есть весы, можно взвеситься больше, чем 50. Фух. Классно, знаете что? Не пахнет хлоркой. Вообще, вот просто вообще не пахнет хлоркой. Вот так. Вот это что, через озеро? Там, ага. Там стояли, как вот эти вот такие. Вот это и озеро. Рахи, там олени, зайцы. Короче, еще не сезон, было. Поэтому еще не повыставляли. Не сезон, еще не выставили. Ну, прям, конечно, на этом, на фотках такая красота. Но опять-таки, это ж летом сфоткано. Это все гольф-поля. Очень красиво. Особенно летом. Я понял, для чего вот эта вот штука нужна. Там, где нажимаешь, поток воды идет. Ну?
И вот представь, говорю, ты плывешь в реке против течения. Вот тебе тренировка для тех, кто умный, который думает, что против течения легко плыть. Ты когда ушла, я включил и попробовал 2 метра проплыть. Говорю, я доплыл, но не на последнем издыхании, но уже вот-вот. Не, вообще мы как-то расслабились. Вот это наша физическая... Как мы думаем. Типа физическая работа, это вообще фигня. Раньше, когда я физической работой не занималась, я сидела дома, например, с детьми или там еще в универе, что какая там физическая нагрузка у нас была, мы на парах сидели постоянно. И я как бы иногда занималась. И на физре я постоянно занималась в университете, и так ходила дополнительно. У меня мышцы, помнишь, ты говорил, у тебя такие сильные ноги, ну то есть как бы у меня такие мышцы были. Сейчас в боулинг поиграла, болят ноги. Три дня отходим от боулинга, что у меня аж нос замерз. Дальше, тут поплавали, уже захекалось. Сколько мы там, полчаса побарахтались в той воде, ну, если так взять, в общем, что пока мы переодевались, пока мы снимали, тоже я уже захекалась. Надо собой заняться и каждый день заниматься не спортом. Я понимаю, что у меня физическая работа 8 часов на ногах, я это понимаю. И плюс еще идти я всегда с работы на работу до автобуса не доезжаю, то есть можно там 2 остановки доехать до автобуса, можно дойти пешком. И я никогда не доезжаю, всегда хожу пешком. Ну, типа там километр, может чуть больше. Ну, с целью прогулки. Ну и вообще, этого не чувствуется, хотя я сколько уже, 3 года хожу пешком. И стою на работе тоже там 3, да сколько я уже, больше 3 лет тут работаю. Подготовка стала хуже. Хуже, чем была, да, чем была на сидячей работе. Все. Я возмутилась. Я возмущена. Да, все классно прошло, мы сдали ключики, карты, ничего не оплачивали вообще, не доплачивали, не оплачивали. И очень рядышком, буквально вот у нас от дома 5 минут. 10, ну каких-то 10 минут, ладно. Это в общем, от подъезда до... Да, это прям вот еще и дойти. Так что супер вообще. После бассейника сделала такие бутербродики, кушать хочется. Сейчас быстренько схомячить и бежать. И бежать, опять бежать на работку. Вкусняшечка. Всем приятненького аппетита. Мой кофеечек тут. Приобрели мы вот такой вот ящик с инструментами. Ну, вернее, не мы, конечно, а муж мой. Прям целый-целый чемодан. Чемодан, который прям... Сейчас все попадает. Прям целый чемодан. Естественно, это он себе купил. Не так дорого он стоил, но до 5000... Что-то 3000, по-моему, был по скидке. Тут, в общем, чемодан, ну, такой он вообще... хлипенький, это не для путешествий, это чисто вот эти инструменты здесь храните, все, но он тоже тут выдвигается чемоданчиком. В общем, тут куча всякой всячины, я, конечно, в них не разбираюсь, но тут вот очень 4, получается, пласта этих всех инструментов, ну, все вроде бы как нужно, я тут позабирал он нужные ему штучки. Так что вот такой мега покупкой хочу с вами поделиться, потому что для меня это вообще такое вот прям что-то прям мега. Когда пришел этот чемоданище инструментов, я такая, зачем нам? Чисто для бытового пользования. Ну вообще как бы вот так. Так что вот так. Ну выглядит он красиво, этот чемоданчик.